Видите, какое у меня изображение крутое. Ладно, я пока уберу его. Приветствую всех на своем канале. С вами как сидим. Называю еще очень видеоликов Богов of Tanks. Агнарёк. Приятного всем просмотра. Ну а да, я хотел так, что я решил сделать так. Ты назвал так, я так вот так. Да, я посмотрел то и решил взять название этого. Типа, буквально, если я зашел на свой второй аккаунт, как вы видите, уже телефоны не помахаешься, потому что уже закончили все. За девятое, сказать, задачи появилось больше нет. Они закончились. Значит, можно продать за 50. За 50. Ну нахер надо, пускай стоит, не мешает. Место этого больше всего не станет. У меня купил все чат, пускай. 57. Он у меня полностью стоковый. Зато, кстати, боюсь, пока было на акции, я вам 4 миллиона 900 накопил. Конечно, нормально. Пушка какая у меня? 75. Это термо, как вы видите. Сегодня побиваем. Побиваемость здесь лучше. Ну ладно. Поедем поехать на нем. Так, мой друг смутил, он задолбал меня. Игнорит. Ну а ты не в этом дело. Два дня я уже не записывал, сейчас вот решил записать. Потому что у меня была проблема там с этой программой, с ОБС. Я вам скачал старую версию. Чё? Да не особо так. Можешь? Да. Одну ходку одень, да и все. Ну мало, может тебе в голову там будет. Люди полезли, зайди обратно и все. Так, все. Я скидывал мне такси, да, ведь пушка у меня сейчас еще стоповая. Я никогда ты себе не гонял, я уже не купил. На моем аккаунте я гонял, а другой купил. И он топовый, а я стоповый. Сейчас я просто сяду поудобнее. Пока постою вот так вот. Я ладушки. Эти протекции вроде если у нас купили. Не знаю, стоит ли стоит брать ее. Я тоже не отдвигаем. Потом не все же постоянно идти. Ладно, это не важно. Так, все. Встречаем. Козла. Я. Вот я тачку на этот следом. Парский. Да, куда ты сводишься? А вот этот на том аккаунте. Ситуация.
я одно. Чем мне ковыряние, если следовало? Кровь собирает кратер, вот. Наглелось эти девушки, как говорят, на есть здесь. Я, конечно, я выиграю, что здесь. Вот нас я открыл все печки. Блин, что мне делать, блядь? Вот эта табатная, блин. Он нас уже убил. Я не сомневался в этом, я рикошет. А кто, знаете, как было по обиде, но рикошет я никогда не сомневался. Все стоковое, все. Так, пока не ахтия. Так, проезжаем, Майда, зайдем вправо. Ёб, твою маковку, а. Поехал, блин, успел. Какой один, антих манту, а? Тебя еще не хватало, а? Вас еще не хватало, а? Я хватаю еще тоже. Я в полной заднице, а? Заноза. А, 75. Заноза один раз побили. Чуде, пока пушка стоковая, бля. Только на голове играет, что делать? Пробиваем 180, вообще чётко. Вот так и знал я. Что так, блин, и будет, да? Ну, я, блин. Нравится, куда крыша моя? Ну куда же, конечно, он не убил меня. Да ладно. До 150, успокойся. Давай. Ух, победа, блин, а. Давай, давай. Дальше там вам просмотр, что будет делать.
Блин, топтал, реально. Пока это сейчас 7 столько, вот такой дерьмо. Как обычно, как все танки, в принципе говоря. Ладно, конечно, давай. Прям размер. Марш 28 уровня. Ну-ка, ну-ка. Задача. Давай. Что за задача-то? Что-то для 8 уровня, здесь показывает мне до сюда. То в данный момент боевые задачи отсутствуют. Ну понятно, боевые задачи это ладно, черт с ним. Так, сколько там у меня? Так, у меня вообще не хватает ни хрена. Сейчас, как я понял, сколько не... 1206 не хватает. Ну ладно, че я точно кавычечка. Бои лёг. Да, нидерландские бои мне очень нравятся. Правда, они были крутые, сейчас я проверю кое-что. Угу. Игра. По идее должно быть. Видишь, как картинка классненькая у меня, прикольная. С праздником Великой Победы. Он Кремль там. Ладно. Сейчас я куплю, кину вам задницу. Я пойду налево. Я вижу захват. Направо не пойду, мне так не больше налево, на гору стоит. Куда летит патрон? Папа убил! Чётенько я попал у него, а? Кивашечка. Побейся, а. Да что ж такое, блин. Никакую, никакую не берем. Да никакую, это пушка, блин, нереально не пойми. В общем говоря, какие-то хрен, и сами не побил, что такую броню стал. Я даже был спокойно. Ладно, вперед еще запасть не пробить. Во! Только вы два он еще сидел.
дальше, ладно, нам главное базы их взять, а. Так я отсюда ни хрена не бегаю. Камнем. Черт, я так попался. Ладно, надо ехать вниз. Это за... В атаку! За родину! Вперед за родину! Уже... Все они там, а? За родину на КВ-1. Фу-фу, я рад, конечно, команде, но, блин, я ни хрена не сделал. Нет, кино у меня стопа. Ой, жака. Я не успеваю. Хрена. Давай, давай, хочешь заходить? Сейчас на речах. Я хоть кого-нибудь сегодня выстрелю, а? Блин, это издевательство надо мной. Эй, КВ-2, а? Я по КВ-2 не серьезно говорю. Все боятся КВ-2, это реально. Это тварь. Эта тварь меня тоже исследовала. А кто же его видит? Дал светить. Его дал гасить. Я знаю, что ты меня побьешь, если я не сомневаюсь. Я знаю, что меня кого-то может убить. Но он промазал. Я был рад, я люблю, что КВ-2 у нас. Уже у него пушить танка. Да я вот это плюс. То, что она такая меткая. Я рад, что такой я вообще люблю. Какой-то хрен, мне реально меня попали. Я кажется, у меня КВ-2 есть, то ладно. Я, честно говоря, не особо не играю. Ну, КВ-2 в умелых руках хороший танчик. Такая любой танк в умелых руках хороший. Ладно. Хотя бы так, знаете. Все-таки попал по КВ. Почему не стоит? Я не пробил. КВ-шки один раз попал. Нормально. Видите, вот здесь мы посмотрим. Все, все, исследовано у меня. Вот я буду КВ-шку покупать. И так 1070 купил. Не, ну купить, конечно, КВ-1С. Это потом. Покупка или прокачка КВ-3 или покупка... Ура, долгожданная покупка КВ-3. О, название. Вот, смотрите, мне осталось 28, а мне надо 34. Вот я не считаю, сколько осталось. 5000 осталось. Погнали. Это какой-то чувак не понятно в сети. Вот мой брательник, мы с ним. Он мой рекорд. Мы, в общем, с тех боев рекордов, что если я помогу ему докачаться до 6 уровня, или мы с ним накупим 10 лям ОПТ, то мы получим прям там редкий. Ты вообще не говорил, ну заходи и как. Блин, я беру что? А то, честно говоря, мне задолбал. Реально, бессмысленно. Чё надо, что как? Шестых уровней начинается. Опять-таки нет. Ещё и к восьмым. Пожалуйста, не быть кинобы. Стоп, это будет задница, а. Заколёбает. Блин, на кого один задница? Серьёзно, а? Куда мне ехать? Я знаю, куда. Пока я перед через год, но долго. Написано, как смотрит, знаешь, что бог будет ехать, да, и добавит ТП. Это хорошо, да. Ну, блин, полдесяти бали, последовательно, ни хранения. Говоря, когда так не поступать, как наши придет. Сейчас ты потом сольются.
Kaynayım artık abi, sağ önce geçsin burada. Сейчас думаю, у меня нормальная картинка. Нормальная видно так. А не как бы черненько. О, уже первый дебил сыграл. Ладно, я не полез далеко. У меня вообще экипаж на нем кончен. Теперь смысле полиция вообще классная. Когда ты в топ кинет. Ну, в принципе, любой танк классный в топе. И есть такие, которые даже в топе говно. Ух ты ж. Т-29, я не поеду вперед. Шкота разведчик я. И сухо нас касаю. Лево. Вперед. Т-29, блин, из Шаховича. Блин, почти, кинул почти в топ. Какого лешего ты лезешь, я бы не полез, блин. Потому что я смотрел сначала на распад команды. И все такое. Потом уже лез вперед, а вот два бойца. Так вот тебе, скотина. О, нормально. Годится. Все годится, блин. Ты сука. Что ж за команда? Ну говорят, делайте так, а. Блин, а что за херня, серьезно? Блин, рикошет, твою мать, блин, откуда это рикошет? А, да, уходи. Дёрки, сука, ну серьезно, а? Не буду стоять, пока это будет закончиться, меня на этих дебилов, хотя неохота смотреть, время таить. Ай, блин, неужели не учат ничего, реально, а? Суть, ладно, я пока поставлю эти резервы, пофиг, блин. Нафига это нужно, если их не используют. Так, на экипаж, чтобы быстрее качался. И на... дополнительно свободный опыт. Ой. Кинула хорошо. Как-то супер. Только не вижу у них тупо 4. И тот близкий танк. Пробиваемый. Пусть ему, а. А он куда ехать, не знаю. Может другое поехать. А ну черт, блин. Куда посередине? Да куда станет танковать. Так хрен я пробью его, а он блин спокойно будет жить. Блин. Ну это зашибись, нормально, так бы постоянно кидало. Куда ехать? На бананы не поеду, блин, на город что ли. А, съездим на город, а. Смысл, если что, хоть сверху помогу, а так бы на банане тупо зашибись, хотя налево я... Я хоть и хочу. Во-во-во-во-во. Вот это самое главное в нашей игре. В общем говоря, походу мы все. У нас все тяжелые. Не едут на гору. Никто не едет. На банан. Я думаю, что черт с вами, я поеду на банан. Хотя, смысл от меня на банане какого-нибудь. Я вдалеке буду стоять. Я понимаю, что меня тупо...
бы отнесет, как вы знаете. Наверное, мне нахрен. Я так и знал. Ну, это вода не хочет. Меня пошли не постоянно расковать, видели, тупая дама. И в ВК, и пойму, что кто будет танковать. И все ли мне ехать туда получить дома? Сейчас будет долбану, попульдогу бы. Да, обычно химиздов я бы не видел, это все сильно. Ух, я пиздец, хочу убить тебя. Бульдог, ты просто идиот, да? Что ли, ёб твою матовку, а? Вот, я же говорил, блядь, что побьёт. Блин, ну тупая команда, а? Хоть убейся. А блин, сука, ну серьезно, а? Движение невозможно. Наводчик контура. Цель понял. Не составит цель. Я блин, экипаж, а? Можно ехать. Сука, ты тупая, отвали от меня, нахрен. А, блин. Тупо, блин, ты убил меня, сука, блин, я ничего не сделал. Сука, тут тупая команда, ну блин. Ебан. Я тебе сказал, раньше надо было давать. Типа, тупейшая команда, ну вас в манду, блин. Идиоты, тупорылые имбецилы. Скажи, надо будет такой тупой, блин, с командой. Не понимаю, сука, ну тупые, блин, а. Боже Митя. Правильно, что я отлег назвал. Как и в Торе, блин, то иметь. Такое же случается, блин. Чё, поехать. До сих пор в бою. О, хрен. Ладно, появились на 1007. На тигре пойду. Да, в том аккаунте у меня больше техники, но надо качаться тоже. Сать на баланс, уже все равно ничего не будет. Что говорить бессмысленно. Я знал, что там хаток будет, сука, так случилось, это было на голове. Я еще раз посадил бананы, блин. Были со всеми, а толпой. Вот как я совершил ошибку, совершать. Это вам мой совет. Так же тупо тут смысл, как я солюбил. Кстати, с помощью команды, а вам никто не помог. Да, и я решил направиться. Это дело постоянно посередине ехать, а честно, для несколько. Шею не так не имеет. Они постоянно поставим это дело. Если шестого просто бомбу всех всех пушек пойдет. Я бы так не дал на него. Так, ну правильно, пускай туда поехал. Ой, я корабли. Опять Лео. Гребаная шваль. Да почему ты туда идешь? А давай направо.
нафиг пойду все-таки на второй сервер. Думаю, здесь вся такая команда будет. Да не поедем дальше, а. Еще и сзади, а сверху еще и сверху. Ну ладно, черт с вами, все, я понял, что лучше идти на второй сервак. А даже так, нет, значит второй отменяется. Куда же пойти? Пойти пятая. Там просрали, там просрали. Толпоклюйская команда. Бронебойщик, да, перейти. Достижение в бою, блин. Нет, ну... Тупая команда. Фига я это говорил, блин. Ладно, все. Нормально будет. Так. Открытие, пытка номер 2. Ну, почти 5 миллионов. Уже скоро не будет 5 миллионов. Все. Типа, блин, соберись. Следующий бой пройдет 50. Потому что мне достала эта коричневая тварь. Думаешь о ней, хоть не думаешь. Все, толку нет. То же самое. У нас главная защита. Главное, ты повесить, мы подержаться. Есть рыбаться. Вообще не надо. Они даже есть. Нас это наши. Будет по-другому. Не будет
тоже альфа. Короче, блин, нормально, это 8, хотя. Хрен нас 2. Получается. Команда вообще. Видишь, как так можно было как-то такого бросать 250. Вообще не можно было бросать. Хотя, говорю, что начинается 20. Все понятно. Нет, вообще не прет команда, блядь. Ну что за тупорывые, блин. Меняю я название. Самая тупая, блядь, команда. Сейчас посмотрю.
сколько на МТ? 25 человек. 5. А, смысл. Это опыт. 2 чувака. Ну а чё ли ты говоришь, ты? Чё ли ты, блин? Чё я на Т-5 поеду? Команда тупая. Поражение за поражением, блин. Лучше на втором сервере оставаться, если покидает нормально. Чё за... Уже ёлочка убил. Блин, потеха, иди команду, а. Союзик разбился, блин, да что он за дебилы, блин. Побивать,
Ты смотри, какие, блин, маленькие кошели, а? Я так и знал, что ходить надо, это надо было уходить. Нахуй, да все я. Команда задолбала, ну блин, серьезно, я нахрен сюда кому-то, хотя еще немного их, но опять поражение, блин, надоело уже. Еще только, блин, умножил, два танка, все, я больше ничего не умножил. Серьезно, что за бред? Там еще долго будет. Ехать нам или не ехать нам, правда? Ладненько, пока посмотрим. Исследование. Так, да. Так, стой. А, ну типа, не нахрен. Были силики резервы, тупые уши. Вот 166 тысяч буду копить на S1 я. На КВ-3 у меня осталось вообще хуйня. 4300 я не могу копить от того, что команда тупая. Так, здесь у меня 25 минут гада. Вот это бутеха я хочу. Пушечка вот какая, блин, топовая. 248 средний урон. Блин, импа. Не знаю, мне раньше нравилось. Как сейчас я, какая сейчас она, не знаю. Не, 48 прототип. Шпаут. Я называю шпаут его. Ладненько, что у нас идет? Сейчас. Вот так, немецкая. Так, вот видите, о! Я, наверное, сегодня куплю этот танчик, потому что скидочка пока что идет. Скидочка. А пока скидка есть, почему бы не купить? Сейчас посмотрю, сколько здесь. Член экипажа 5. Вот еще новый танчик я куплю. У меня 2 пятых уровня уже будет. Не, у меня 3 пятых уровня, только в один продам. Потом, что надо будет, выкуплю. 1, 2, 3. А экипаж я скину на КВ1 РС. Когда я КВ1 РС куплю, КВ1 продам. Класс. Вас. Так, ладно. А зачем еще будет продать? Потому что одну эту потеху продам. И все, я не играю. Она уже исследована, она хорошенькая. Ну, хотя сейчас посмотрим, какие будут боевые задачи дальше. Задача. Сейчас загрузится. Так ты понял, что майка выйдешь. Пить поражение. Не, компания его перепутал. Да. СТТ выполнена потеха. Так, нанести урона, оставайте его незамеченным, как его нанести. Ну, это, блин, явно. Так, 11-е. Первый заход урона своей команде. Нанести от самого урона своей команды. Это надо взводим. Что же тяжело там нанести? Ну что ж, что отлично. Ага. По 15-е. О. Нанести 1000 урона. Основные условия. А то я нанесу. Вот, САУ, у меня нету подружки, а МД. Стрессор, вот потом. Ладно, сейчас я... Покорю блески масески. Ладно, потом подам КВ. КВшку, она классненькая, но потом надо было купить. Так, вот, стой. Ты вышел, а? Сейчас, пока скидка есть, я куплю этот 5-й. А, точно, я хочу посетить экипаж. Если экипаж, ну откуда экипаж? Нет, нет экипажа.
Все, ладно. Сейчас на ваших глазах покупаю 5-й уровень экипажа танка. Экипаж будет у меня такой процент. Ай, не знаю. Блин, у меня уже 2-5 уровня хотели накачать. Думаю, пока не больше покупать ничего не буду, в принципе говоря. КВ я продам. Так. Здесь у меня только рация. Пока что получше будет. Все остальное у меня дерьмо. Нужна топовая пушка. У меня лучше только фугасница. Ладно, давай, кидай. Я пока ничего делать не буду. Блин, давай. Почему седьмой? Я там был, там сливы жесткие. Где же там сливы, я же уверен. Да? Сыскать тебе на всех сервисах. Так, ну давай на второе. Нахрен тут седьмой, серьезно, и пятый тоже. Все собираются. Сейчас пару боев собираем, и все, и пришел. Может даже не. Может следующий Рагнарёк. Раз на того. Сегодня я пришел. Самая тупая команда. Вот что я пишу. Название видосик. Не Рагнарёк. Рагнарёк я. Это команда нормальная. Т-67 и ПЗ 5, что-то какая. Давай, что я взял? Что это такое? Я не особо богам. Есть уровни. Надо нас с тобой что-нибудь зарабатывать. Нам бы посты вообще заработали. Блин, нахрен его! Это пиарика. Так когда еще не успел? Я. Он был очень долго свои спустя. Я очень долго. Блин, куда же поехали? Налево, наверное. Хотя нет, налево не поеду, потому что они ПВшка, а ПВшка везде поставят. Если в городе куда стоит, то на левой стороне и подал, падает направо. Блин, надо было 131 пойти. Да, смотри, пушка.
танков, да. Танков столько. Да он не, что ли, он вообще не год есть. По гусенице, ну конечно, бля. Тут даже еще кроме гусеницы, да? Что это было сейчас? Бля, это реальный бред, что ли, а? Что, титан, что ли, ёптую маковку, а? О, блин, другой разговор, блин, я заколебал. Титану ни хрена, чтобы я его не повел. Уехал, походу. Просто никакого хера, и так нереально не повевать. О, блин. Вы видите сами, как он долго сводится, да? Я вот прекрасно понимаю, что для меня. Задолбал так сводиться, а. О, блин, раздаю налево и направо. Тигр, стой. О, тигруся. Милая, ты дуся. О, блин, вот это я понимаю, блин, а? Фу, команда, блин, вот это я понимаю, а? По крайней мере, я же еще в силе. О, красавчик. В общем говоря, я вам еще тут сводки не брал. Я будь поставил. Вот эхо гребаное. Я бы не поставил вентиляцию, сводка быстрее была, и вот на водке, но все равно долго сходит, да. Реально не понимаю, почему. Родился, блин. Думал, не попаду я по ней. Блин, он серьезно поехал. Тигр сейчас тупо утонет, блин. Он тупо просто утонет. Тигр сказал, блин, идиот. Ага, поспешил людей, насмешил. Не успею я зарядиться, базу возьму. Союзник утопился. Медицинская ПТХ. Не давай ты меня убить. Мне с тебя убить. Ну и чёрт с тобой, я не стал добиться. Ты как? Я не тигр. Мы так прям враги не нужны. Вот это вот. Я понимаю. Так, получили мы с тобой. Наконец-таки ваш рекорд принёс вам, а. Вот я ваш рекорд принёс вам. Слава богам. Чё мы там? О, блин. Как он тут заговоренный был? Я не пробить не мог, он ни хрена. У меня осталось вообще херня, Максим. Че бери, давай бери. Фух, у меня даже лампочки нет. Тихи. Блин, ну-ка я посмотрю еще раз. Сейчас. Сколько у меня людей на КВ-1?
5. Какой-нибудь квас. Ну, сюда, паник, бери. Ну, у тебя так, ну, погнали. У меня вообще, вообще херня осталась на КВ-3. Все, Максим, давай, кинул, отлично. В конце видео для себя на звук все называется. Называется конченая команда в мире или Рагнарёк. Посмотрим. А стрим я, может, пройду завтра. По игре без онлайн. Просто посмотрите, что нет постоянно стрим. И видос буду себе подписать. Я? Это слышу. Ой, Максим! У тебя стоковая? Стоковая. Когда ты сюда шел? Четыре, кого-то не осталось. Самый бутан, говорят. Я его сами не понял. Письмо главное еще, а? Самое видно, что письмо. Чтобы оружие не убольшает весельность. Это сейчас сильнее. Блин, каким... Макаром я промазал, а? О, блин! Один раз промазал, второй раз попал. Всё, блин, претензия. А где нет? Твою маковку не ехать. О, блин! Тикар, ты же такой бронированный, как ты рассчитывал, да? Оп, твою маху, КВ-2 еще промазал. Блин, снизу там я помогу. А что было? Не спрашивай, да ты нам помогаешь. Издеваетесь, что ли? Сука, каким хреном? Что, блин, союзник, что ли? Союзник дебилой. КВ себя у них нет. Я вижу, что он ко мне едет. Тигр молодец. А ты вообще опять придурок. Ой, красавчик. Что он, Максим, мне дал? Наш союз придурашка. Взял меня, долбанул. Так, какого хрена? Может, я посмотрел, кто его себе? Нет. Блин, он копасит. Ты мои... Я еду нормально. Я-то еду.
я прям еще эти команды. На тебя, блядь, похоже. Потому что это 37, а это. Это 3400. Даже не лезь уже. А. Ну она шотная. 3,5 минут 24%. А вот он, скорее всего, пол. Я уже 5. Мой батя не пай, а я добрый, все это их убью. Ну я может тоже могу убить 4, потому что я промахнул по 3-7, пока я пился. О, все, это 7 помогает. Просто я, у меня осталось хп на один удар. В смысле процента 24. Я сказал процента. Так и так убил бы ее. По 100 раз. А. Да ладно, я не буду торопиться, потому что я буду бать и пару. Да он там, а пол, да? Блин. Как я, блин, а? Советы тебе. Качай тигр. Да. Тигр Б. Он сейчас убил его, но он тигр Б классно. Это серьезно. Куда он поедет? Или к нам? Мясо полное. Блин, ему нельзя приглашение кидать. Сейчас получили бы медаль. А, нет, за 12 машин. За 12 машин, а не за 10. О, получили, блин. Братья по оружию, а? Вот это классненько, а? 10, все, 10 наград, братья по оружию. Ну да, сейчас уже быстрее мы играем. А ты опять его берем, как бы, да?
Блин, мне не знаю, что брать. Я хотел бы, конечно, взять бы амхашку, какашку. У меня скорее экипаж покачается на тигре. Ладненько, здесь надо экипаж качать. Тигр у меня 98%, а здесь вообще даже, даже вообще нет ни хрена. Я хочу это. Сейчас не надо было бой нажимать. То самое, пистолет на луне. Косой, блядь, меня арта гостит. Что, блин, а? Чё, блядь, наводчик так увеличивается? Он конченый танк, а? О, блядь. Где достала арта? Я тебя сразу скажу, блядь, мы с тобой сейчас в бою попадаем. Блин, это просто срочно качать экипаж, блин, срочно сделать. Так, уже, да. Сейчас конченое. Я еще сделал экипаж, но а вот у меня уже открыт КВ-3 почти. Моя. И застава. Мы, заметьте, видите, арта имеет гости меня. А возьму с нашего него. Она имеет меня, гости, да как бы ответ. Я не знаю. Блин, это так-то нормально, блин. Ты бы на меня, что это такое, бля? Арта бы вниз его. А на меня меня Максим косил, никого нашего кого. Лево, тварь, под лисы снимает. Откуда я знал, как он под лисы снимает? Чего он вместе снимает? Ах ты, заколебала.
Наш арк стреляет. Почему наш арк так не может? Левый пасса всех убивает. И тебя, да. Говорю, Вася, просто крутись, да. Какой же он косой, этот танк. Ёпты, какой. Боже, твою маковку, видите? Какой косой, блин, это просто момент. Как так долго сходиться можно, блин. Уже тысячу раз умрёх, ты что это за прицел большой. Видите, ну я серьезно. Союзник зовёт тебя, брох. Что ты сделал? Помощь от твоего тебя как? Блин. Задолбал уже. Маков, блин, риск, ёбаная. Сука, зашел бы сзади, пока я косил предписал, красную танк. Боже упаси, знаешь, почему ж лёва красавчик у нас, почему ж такой косой там? Да, блин, ты 150. Блин, говно полнейшее. Говно в том смысле, что он очень косой бы. А экипаж, зачем лёва ещё будет парни там? Я просто фанават. Лёва вообще гнёт. Как это всё? Крос тащи. Почему весь пех другая группа? Где бы он без этого уходил бы? Давай, Арчи, гаси, блин. Сделай, блин, плюс фраг себе. Давай, давай. А, да, ну стреляй ты. Пошел к нашей. А, ну да, правильно. Как это, на рим уже. Да, я понимаю, где что это такое, но... Всё же. Гусеница сбита, движение невозможно. Молодцы. Есть, левого восьмерых убил. Просто четкая победа, блин. Потом у меня конченая, блин. Я бы крафтал убийца, просто... Но как можно было мазать? Это самый советский конченый танк на сводке, я тебе реально говорю. Блин, экипаж, куда же он прокачается уже? Я поставлю себе один бою лампочку. Реально, я снял такая. Я на это каждый раз буду светиться. Блин, вообще херня осталась. Слушай, что за черти? Не нужно мне это.
А, еще не все. Это последний бэк и видосик завершаем. Это видос. Стрим я не стал вести. Потому что надо программу настраивать. Я сейчас только скачал вчера. Это видос, да. Потому что я стал бы стрим, а я выведу. Ну а последний боёк. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео. И все это ТТП. Времечко у меня. Давай побыстрее сводись, что там упал, ты серьезно. Блин, я фу-фу. Станки нормальные, ну, блин, ты за работу долго сводиться, бля. Серьезно, блин, когда, блин, сводится быстрее? Кого-то там я не ушел танка, блядь, блин, что? Обычная пушка сводится, блин, 100 лет. Короче, круг сводится. Выложу-то быстренько. И название сегодняшнего Росика Агнарёк. Наверное. Как корабль назовешь, так по-моему будет.
почему я не пробиваю? Это блядство какое, да? Задавливаю, серьезно, а? Что, блядь, просто клинит, блин, 0 урона, а? Блядь, какого хрена? Это 150, да? Ладно, всем покидом. Если видосик подходит к концу.